центре «Надежда» проходят реабилитацию дети с различными нарушениями психического развития. Ребята находятся здесь ежедневно с утра до вечера. Процесс реабилитации и поддерживающей терапии детей с особыми потребностями складывается из определенных физических нагрузок. А для этого необходимо специализированное оборудование, в котором долгое время нуждалось учреждение. На просьбу родителей и педагогов «Надежды» откликнулись в Днепропетровской обладминистрации. На днях здесь появилась новая беговая дорожка. Мы дарим от Деда Мороза и от Валентины Резниченко беговую дорожку, чтобы дети имели возможность заниматься лечебной физкультурой, восстанавливаться, укрепляться и в следующем 2017 году быть более сильными, здоровыми, активными детками и получать больше радости от жизни, которая есть у нас. Для определенных физических нагрузок нам нужны оборудование, нам нужны спортивные тренажеры. У нас их не хватает. Поэтому для нас было очень важно приобрести эту новую беговую дорожку. По словам специалистов центра, физические упражнения играют важную роль в умственном развитии детей и их социальной адаптации. Без физической реабилитации нет умственной. Соответственно, мы не можем развивать их умственно, потому что это взаимосвязь, это развитие полушарий головного мозга, соответственно, двигательная активность для них очень важна. Учебно-реабилитационный центр «Надежда» существует 4-й год. Сегодня здесь обучаются 56 детей-инвалидов от 3 до 18 лет.